По улице Козленской, что задача поставлена, вот этот снег вывести. Это одна из главных задач на ближайшие дни – вывести большие грязные сугробы не только с Козленской, но и с других улиц. В выходные мэр Вологды Сергей Воропанов объехал город и оценил самые проблемные места. Привести в порядок необходимо как центр, так и участки в микрорайонах. Задача какая? Вывозим грязный снег с газонов. Понятно, что со всего города мы не вывезем. В первую очередь говорим о безопасности выезда с дворовых территорий, с второстепенных дорог. Значит, там, где очень большие кучи, там тоже принимаем решение возить. Там, где снега немного, его будут разбрасывать, чтобы таял быстрее. Еще один важный вопрос – подходы к образовательным учреждениям. Например, здесь, у 17-й школы, детям не пройти. С обеих сторон лужи приходится обходить по проезжей части. В кратчайшие сроки подтопление этого тротуара устранить, а потом на будущее посмотреть и ремонтировать тротуар, делать нормальный тротуар для того, чтобы были уклоны и вода уходила. Но такая проблема не только у этой школы. Задача – обследовать все пешеходные подходы к детским садам и школам. Летом – проработать варианты решения проблемных участков, где требуется отвод воды. Далее по маршруту – дворы. За эти территории отвечают управляющие организации УК и ТСЖ. Именно они должны ликвидировать лужи рядом с жилыми домами. Но если управляющий не реагирует, заявку можно оставить и в центральной городской диспетчерской по номеру 72-35-53. Оттуда информация поступает сразу в три подразделения. В административно-технический отдел, инспектора которого выйдут на место и посмотрят масштабы проблемы. Кроме того, направляются в службы, которые занимаются ливневой канализацией. Ну и, соответственно, еще раз в управляющую компанию, чтобы она обратила внимание. В данном случае, если управляющая компания не отреагирует, значит, будет привлечена к административной ответственности. С понедельника сотрудникам магистраль поручено приступить к уборке грязи вдоль обочин, убрать песок, скопившийся за зиму, вдоль бортового камня. А как только на улице установится стабильный плюс, коммунальщики начнут приводить в порядок газоны, очищать их от мусора. Также нужно привести в порядок ограждения, покрасить их. Ну а в конце апреля к благоустройству традиционно подключатся и вологжане. Работники городских учреждений и предприятий, чиновники, школьники и студенты выйдут на общий городской субботник, чтобы подготовить Вологду к лету. Айнур Жабагина, Алена Закатаева, Михаил Протасов, Вологда РФ.